Всем привет, ребятки! Вы по каналу Ян Лав, и сегодня мы с моей подругой будем кататься на скейтах. Сейчас уже 9 часов вечера. Я не знаю, зачем мы так поздно решили покататься, но все-таки решили. Поэтому пойдемте. Я сейчас, короче, на улице вот этой жду Ваську. Она там наряд себе выбирает. Она его выбирает уже минут 30. Я тут. Мне, блин, холодно. Ладно, мне не холодно, но все равно. Я ее жду, как только, она придет, я сниму. Оао, всем привет, ребятушки, и я наконец оделась. У меня ж крутой образ. Круче, чем у Ульки. Ладно, ладно, погнали скейтиться. Ну и долго они там еще. Да подожди, скоро придут. Здрасте, всем привет, О, Вась, привет. Где твоя подружка? Здрасте. Вау, ну чё мы ждём? Давайте на скейтах кататься. Ну, поехали. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say. В общем, ребят, сейчас 12 часов вечера, и все это время мы катались с 9 до 12, 2 часа. Мы ужасно голодные все, и мы всей компашкой идем в ресторанчик, ну, типа в кафешку. Тут рядом 24 часа работает, я надеюсь, там будет вкусно. Вот эта компашка нам посоветовала, в общем. В общем, мы пришли, тут просто суперская обстановка, меня все ждут, поэтому простите. Я должна бежать. Прикольно. Ты надеваешь каблуки уже не для него. Не отвечаешь на звонки, в душе цунами. Все, Улька, пошли скорее спать, мои ноги отвалились.